Свой юбилей отметило одно из старейших предприятий Магнитогорска – «Водоканал». 85 лет Трест бесперебойно снабжает город и его промплощадки питьевой водой. Самая вкусная, ключевая, была обнаружена гидрогеологами еще в середине 30-х годов 20 века в районе реки Малый Кизил. По сей день уже через водозабор она поступает в Магнитогорск и радует его жителей своей чистотой. Город Магнитогорск начинался с палаток, а Трест «Водоканал» – сбутчик на гужевых повозках. Спустя 85 лет муниципальное предприятие «Водоканал» – это более 1600 километров сети водоснабжения и водоотведения, 45 перекачивающих насосных станций, 3 водозабора из подземных источников. Тот факт, что магнитогорская вода – одна из самых вкусных, отмечают и гости города, и его жители. У нас город Магнитогорск, я считаю, это наше огромное благо. Это один из немногих городов России, который имеет возможность пить вот такую вкусную воду. Потому что вся южная часть нашей страны, да, при том, что там светло, тепло, что называется, и мухи, хотя мух там много, кусаются тоже. Вот. Но с водой там вообще просто труба. 85 лет, все только начинается. У вас впереди еще большая жизнь. Мы без вас никак, потому что без воды Сегодня за бесперебойное снабжение города и его предприятий водой отвечают 1300 работников «Водоканала». Самым преданным и самым ответственным по традиции каждого юбилея были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Жумабай Бурамбаев трудится в Тресте уже 9 лет. Всегда в поле, меняет старые водоводы и прокладывает новые. Свою работу называет творческой. Каждый объект начинаешь, там, во-первых, документацию мы полностью сами готовим, от согласования до помощи разработки проектов. Ну и на каждом объекте свои особенности возникают, и мы их решаем совместно со специалистами Треста «Водоканал» и с рабочими. Юбилейный год открывает «Водоканалу» большие перспективы развития. В связи с тем, что река Урал признана рыбно-хозяйственным объектом, очистка стоков, попадающих в нее, должна быть более тщательной. Проект по реконструкции очистных сооружений правого и левого берега рассчитан на 7 лет. Впервые в истории, благодаря Сергею Николаевичу Берникову, Трест «Водоканал» субсидируется для реализации данного мероприятия. Мы на долгосрочные параметры регулирования защитили обширную инвестпрограмму для реализации всего этого. В настоящее время уже у нас создан проект, который проходит стадию государственной экспертизы в городе Челябинске. На юбилейном концерте не смогли присутствовать все сотрудники «Водоканала». Работа предприятия непрерывная, город необходимо снабжать водой 24 часа в сутки. Гости праздника подчеркнули важность Треста для Магнитогорска и отметили, именно чистая питьевая вода сегодня определяет все ценности человечества. Елена Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.